Прогулка на катере по реке Кубань. Конец июня 2016 года. 16. Скажите пару слов о ваших впечатлениях. Супер. Я потом запипикаю, не переживай. Не надо. Классно, круче, чем по Москве реке. Да, потому что это Кубань. Потому что это Кубань, да. Все супер. Мне нравится. Сарайский уголок. Кафе. А ей главное руку вытащить в окно и все. Ну вот видишь причальчик бетонный. Ну, да. Вот отсюда осетрову выпускают, привозят на мотороллере в ванной. И вот ведрами выливают. Вот тут осетровое хозяйство отворачивают. То есть нужно тут приходить с сачком буквально? Нет, ну приходить нет. Они мальков просто на мальков выпускают в Кубань. Раньше было рыбы дешевле, чем мясо стоило. Осетрина. Я помню. Свинина стоила 10 рублей, а осетрина 8.